Мы говорим сегодня не об адах, это программа «Сумма мнений». Меня зовут Владислав Горин. Меня зовут Ольга Новгородова, вы на канале ЕТВ. Да. Говорим сегодня о дауншифтинге. Мы не зря заговорили про Индию, потому что Индия одно из самых популярных направлений для дауншифтинга. Именно там оседают те, кто решил сойти с гонки за карьеру и успех вообще, в Екатеринбурге. Очень странно, почему считается, что дауншифтинг – это понятие, пришедшее с Запада. Русскому человеку, по-моему, в принципе свойственно. А, к горе, но все синим пламенем, поехал в деревню, к тетке в глушь, в Саратов. Да, говоря уже. Урал и Сибирь были освоены дауншифтерами. Крестьянам в европейской России было плохо, они думают, перееду из приличного места под Москвой куда-нибудь в глушь от царя подальше. Типичный дауншифтер. Конечно. Не говоря уже об Алексее Толстом, который предпочел всем благам высшего общества, всем чинам спокойствия в отшельничестве. Я думаю, ты говоришь о Льве Николаевиче. Лев Николаевич Толстой. Был довольно жаден. Да, они все... Все были достаточно скупы. Ну что, можем приглашать наших гостей-экспертов? Конечно, с удовольствием. Давай приглашать гостей. Сергея Чиняна, путешественника, актера. Причем журналиста. Я хотела объявить. Кино. Я хотела объявить. Давай, продолжай. Он потому что только что узнала, что Сергей Чинян родился в Баку. Я тоже родилась в Баку, очень хотела его объявить, но не успела. Влад опередил. Сергей, проходите, пожалуйста, если вы уже готовы. Ему компанию составит Иван Иванович Карнаух, психолог, бизнес-тренер. И, кстати, про Чиняна надо сказать, что у него блог популярный и очень интересный про Индию и вообще посвященный художественной литературе. Друзья, если вы не знаете, что вам почитать, читать, какую книжку вам купить, «Одиссей 64». Читайте, пожалуйста, не оторветесь. Я лично вот еле оторвалась от вашего блога. Спасибо на добром здравствуйте, слове. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотя вы говорите, что там половину выдуманных историй. Не, ну там микс такой из реальных событий с вымышленными. Ну, обычная писательская кухня. Ага. Знаете, я хочу сказать, что кроме гостей в студии, у нас еще есть такая дежурная по интернету. Девушка, которая при помощи запросов в Яндексе сообщает нам интересную информацию, выбирает лучшее. Мы ленимся, а она собирает, просеивает и печет нам горячие пирожки. Она будет периодически появляться, так что не пугайтесь тяжелому взгляду на большом экране. Такая, чуть молодец. Попозже выйдет как Лена в эфир. Такая замечательная работница. Меня зовут Лена. Сергей, хорошо. У меня к вам первый вопрос. Это правда, что в Индии подсудимым запрещено на вопросы судьи отвечать песнями и плясками? Слушайте, как-то, слава богу, не сталкивался с этой стороной жизни, поэтому затрудняюсь ответить, честно говоря. Знаете, ну я, вот, на основании того, чего я наблюдаю там вокруг себя, мне кажется, это трудно запретить. Это невозможно. Люди очень раскрепощенные, раскованные, живут 9 жизней, реинкарнация, лето круглый год, я про юг Индии имею в виду. Почему бы не спеть судье? Ну... А вот вы живете в Индии и играете там в кино. Да. Зачем вы променяли карьеру свердловского журналиста на стезю индийского актера? Ну, громко сказано, променял одно на другое, потому что, значит, после того, как перестал работать в журналистике, занялся бизнесом, открыл бизнес в Индии, а там попутно иногда в качестве развлечения снимаюсь в кино. То есть называть меня индийским киноактером можно, но это так все достаточно условно. Вот. Ну это же интересно. Откуда? И платят больше. Белым людям там платят больше, я точно белым знаю. Белым больше платят, да, белым. Угу. Я там белым считаюсь, на секундочку, да, вот так вот, да. А здесь паспорт проверяют. А здесь паспорт проверяют, да. Милиционеры не смотрят индийское кино, не понимают, понимаете. А почему вообще, кстати, вот к нам присоединилась Лена Костырева. Лена, слышишь ли ты нас? Слышу. Расскажи, что ты узнала интересного про дауншифтеров. Я узнала, на самом деле, очень интересную вещь о том, что в Индии так много наших дауншифтеров собралось, что хотят сделать сложнее запрос на визовый режим. И дошло до такого случая, что одного нашего соотечественника, дауншифтера, даже привлекли к уголовной ответственности за то, что он просрочил визу. Та же самая ситуация происходит на Гоа и в Шри-Ланке. Поэтому проще ехать в Таиланд или в Египет. Там намного все дело обстоит с визами.
Отлично. Проживание дороже. Отлично, спасибо большое. Иван Иванович, а что это за потребность вообще такая? Бросить карьеру, все бросить в родном городе и уехать в теплые края, ну или хотя бы в деревеньку, пожить ну, какой-то непонятной жизни? Скорее всего, это не потребность, а это суть личности человека, который решил стать дауншифтером. Да? Ну вот я бы задал вам вопрос такой коротенький, встречный. Как вы думаете, почему у нас Мавроди так быстро прижился? Как вы думаете? Ну, страсть к легкому обогащению все-таки, наверное. Вера в невозможное. Нет. Причина, как говорят психологи, состоит в том, что наше население в основном состоит из романтиков. А романтики устроены по-особому. Ну, в частности, они не любят считать деньги. Как они сами говорят, не потому, что им это не нравится, какая а потому, романтика? Что у них это не получается. Тут алчность, по-моему, и нет. Легкое решение. Нет, не нужно вникать, не тебе предлагают высокий так. Процент. Это далеко не так. То есть эти люди, да, вот как их называют НФ-психотипы, эмоционально абстрактные, они имеют внешний локус контроля. Пусть не пугает вас эти слова. То есть эти люди всегда рассчитывают на везение, удачу, на фатум, там, на судьбу, на все что угодно, только не на себя. И отсюда у них проистекают все проблемы. То есть они ждут, что кто-то им поможет. И как только они сталкиваются с первыми трудностями на работе, они оттуда уходят и ищут какие-то другие пути. Им кажется, пути. Что где-то есть лучше. И ищут далекие страны, солнечный город, Ауравиль. И вот они все туда уезжают. Но вот там нет проблем. Это таких. Побег или это поступок? Это решение слабого человека или вы наоборот? Знаете, это на норма. Это не патология, это норма. Да? Но это не патогенная форма психологической защиты. То есть человек должен жить нормально, свободно, естественно, без всяких неврозов. Только тогда это произойдет, когда у него останется самоуважение к самому себе. Он должен сохранить самооценку. А для этого надо понизить дауншифтинг, как переводится. Жизнь на пониженной передаче. Ну, вроде понизить... Вот это свои жизненные устремления. А разве человек сможет уважать себя после того, как он сбежал от трудностей? Он не убежал от трудностей. Поговорите с любым из них, да, вот я думаю, Сережа нам докажет это убедительно. Человек обоснует все, что он сделал с других позиций. То есть он вам докажет, что это самый лучший путь. Это его мнение, а объективно? Ну, насчет объективности сложно. Там, где нормы, объективности вообще не бывает. Это норма, еще раз скажу, не патология. Это своеобразная психологическая защита. Тот же самый интернет. Побег в социальные сети. Уход в виртуальный мир. От реальности. Никакой разницы нет. Единственное, мне вот только кажется, что вот Иван Ильич сказал, что это более свойственно романтичным натурам. Но вот у меня есть один знакомый дауншифтер там именно в Индии, вот такой реальный, прям вот настоящий. Это мы с ним на съемочной площадке познакомились. Немец, зовут Гюнтер. Вот, немец сам по себе, понимаете? То есть немец, он по природе романтиком не бывает. Это, ну, конечно, это немец. Немецкий романтизм мы сейчас выкинули в мусорку. И он ушел в этот дауншифтинг, правильно говорю, да? Именно просто на математической основе. То есть он сосчитал, что у него уровень жизни здесь такой, в Германии такой, тут он спокойно сидит, тут в Индии, я имею в виду, курит свою эту траву, застрял в своих 60-х, у него длинные ногти, длинные волосы, ходит в рубище, женился на местной, родил ребенка, счастлив, ему хватает. Вот он там вот так вот живет. А семья? Он женился на местной, родил ребенка. Да. А дети? Они могут не принять эту философию, начнутся проблемы. Какие не дети? Зря. У него первая семья была? Здесь женился. Он холостой. Ну, он я говорю, когда женился. Пойдет семья, вот проблема-то какая на Гоа сейчас? Индийское правительство решило выселить всех русских оттуда. Они уже надоели всем. Раньше выезжали все они поодиночке. Просветление получали, тусовались, философские беседы, но... Потихонечку обзавелись семьей, появились дети, появились проблемы. Сын говорит, я не воспринимаю эту философию. Мне это все пофиг. И жена начинает противиться. И пошли проблемы. Сергей, скандалы, вы-то уезжаете в Индию с семьей, извините? Да. Всей семьей? Мы с женой ездим туда и сюда. И... Там действительно жизнь дешевле?
Там дешевле получается. Да. Намного? Да, существенно, процентов на 30-35. Наверное. А что вас поманило-то туда? Зачем вы поехали в эту чудную страну? Ну, во-первых, я люблю путешествовать. Во-вторых, там на тот момент, это было перед кризисом, деньги там работают лучше. На тот момент были проблемы во всем мире. Индия продолжала двигаться в своем развитии. Поэтому просто часть своих денег мы перегнали в Индию, там купили недвижимость, которая вот по сей день продолжает потихонечку дорожать, как бы, если это финансовый аспект кому-то интересен. Вот. Но это как бы вторично, это, точнее так, это база для времяпрепровождения там. Вот. А почему-то поехали, потому что здесь холодно зимой, я устал здесь мерзнуть. Сергей, расскажите вот о том самом моменте, когда было принято решение. Наверняка вы сколько-то обсуждали, сколько-то придумывали, да, с супругой, сколько-то да, мечтали. Мы сначала поехали туда в туристическую поездку, поездили по Центральной Индии, по Золотому кольцу, Дели, Агра, Джайпур, вот это вот Тадж-Махал. Ну, вот это тепло, понравилось? Нет, в Центральной Индии холодно зимой тоже, там около нуля. Вы зимой поехали? Около нуля, угу. Мы в январе там угу, были, да. Угу. И в январе же мы спустились на юг Индии, на самую южную оконечность Хиндостана, в штат Керала. Вот. Это 8 градус северной широты, почти экватор, экваториальный климат. То есть в январе, ну что в январе, там круглый год 30 градусов, плюс-минус 3 градуса. Вот когда мы туда приехали, увидели приемлемые пляжи, нормальные условия жизни, приличные дома, англичане их научили строить дома, ну такие добротные, хорошие, вот, что можно там жить, и можно открыть фирму, работать, то есть продолжать зарабатывать деньги. Мы поняли, что очень удачное место для зимнего, для зимовки, для зимовки. А вы можете сказать, что отъезд – это всегда такая игра на понижение? И что это вообще за жизнь русского человека, если ты зиму не чувствуешь раз в 12 месяцев? О каком русском такой, человеке речь? Вот сидят тут двое русские, да, наши лица, посмотри. Ну, человек русской культуры, я имею в виду, не придирайтесь к словам. Не, ну, что зима? Ну, какая, что, я что должен любить? Я должен любить лыжи, когда снежок в лоб прилетит. Не, я вот сейчас и получаю разнообразие, снежок сыплет, минус я ощущаю. То есть вам экстрима хватает, когда мне вы приезжаете хватает, в Россию? Да, да, а да. Как родные и близкие отнеслись? Вот Иван Иванович правильно говорит, что одна из сложностей отъезда и дауншифтинга как такового, это то, что не все близкие понимают это решение. Еще раз, я не знаю, вот вы почему-то в связи со мной слово дауншифтинг употребляете, я про него могу сказать только опосредованно. Вот. Что касается моей семьи, то и мама ко мне приезжает туда в гости и со мной там живет. Неужели мама не ахнула? Ой-ой-ой, сыночек на полгода. Я уже сказал. Мама приезжает туда ко мне и там со мной живет. Так это сейчас. Ну. А вот изначально, когда она услышала о вашем решении? Она позвонила, спросила, ты где? Я сказал, здесь, я тут задерживаюсь. Приехал потом сюда, сказал, я там буду следующие полгода. Она приехала ко мне, там пожила со мной, увидела, что там хорошо. Перенесла дату возвращения еще на месяц, вместо месяца запланированно прожила 3. Мы ежегодно там встречаемся с ней, с ее друзьями. Вы бы хотели там встретить старость или на родине? Ну, так далеко трудно заглядывать. Видите, я Индию рассматриваю как этап в своей жизни. То есть нет такого, что вот это все, вот это навсегда. Это, то есть, это, ну, никогда не говори никогда. Я вот придерживаюсь такого. Сейчас мне там комфортно. Мне вот Индия – это такой этап моей жизни вот, на сегодняшний день. Что я туда вот полгода, на полгода там зимую, полгода здесь провожу с удовольствием в уральском климате, в уральском лете, я с ним согласен. Угу. Сережа, а все-таки смысл-то какой? Переоценить, посмотреть, взвесить, собраться с мыслями и вернуться? Вот сначала я туда поехал, значит, когда там уже все, фирма встала на поток, работает, все нормально, то есть уже такой текучкой не занят, огляделся по сторонам, думаю, чего бы я хотел делать. И понял, что я хочу писать. Я занялся писательством. Я пишу вот рассказы в свой блог, их публикую, вы уже... Так вы все-таки скажите, какова доля правды в этих рассказах? Я-то поверила всему, что написано. Ну, есть право на творческий вымысел, там, ну, 50 на 50 примерно. Конечно, там, это изрядно я, это изрядно реальные события, но не на 100%, конечно. Вот. Но я же не буду там рассказывать...
А когда человек перемещается вот в такие даже буквально тепличные условия, теплые, это каким образом на него действует? Понятно, что чувствует себя спокойней, но выживаемость понижается. Вот я послушал Сережу, как Горький на Кипре писал. На Капре. На Капре писал. Очень удобно, писал, очень хорошо. Удобно, конечно. Природа, мысли появляются. Но все-таки в психологии есть устойчивое мнение у Дауши Шифтинге, что люди туда уезжают только за тем, чтобы уйти от реальности. А реальность их стукнула по лбу. Практически каждого. Ведь они к нам на прием приходят, и мы знаем, что на самом деле произошло. Я не беру Сергея. А какие частые жалобы, да? Ну, тем более Сергей открестился от Дауши. Ну, вот есть такой принцип Питера. Ведь уходят все, еще туда уезжают в Индию не просто вот люди творческих профессий, а серьезные бизнесмены, которые вдруг все бросают, распродают, деньги отдают какой-то фонд и уезжают, и говорят, мы счастливы. И вот они через много лет уже потом, поскольку я их консультировал в самом начале, они потом исчезли, возвращаются и рассказывают, что с ними происходило. То есть мы знаем подноготную изнутри, как говорится. Так вот, на самом деле они попали вот в клещи, что ли, принципа Питера, который гласит так, что любой человек, любой профессии обязательно достигает уровня своей некомпетентности. Выше ему будет тяжело работать. То есть это уже нагрузка будет не по плечу. То есть он попадает в стресс, который его начинает разрушать. Стресс вообще хорошая штука, но до поры. И изобретает себе такую терапию. И вот он должен или понизить уровень притязаний, уйти оттуда, или заболеть неврозом. Выхода больше нет. А понизить он не может, потому что динамический стереотип, он устойчив, он на долгие года. Ему ничего не остается сделать, как куда-то убежать. Иван Иванович, а вам хотелось когда-нибудь куда-то сбежать надолго? Надолго некоторые убегают. А вам хотелось? А мне лично туда убежать? Не на год, допустим, а в деревню, в глушь, в горы. В мечтах всем нам хочется чего-то такого необычного, в том числе и попасть на Канары, на Гоа, и жить там припеваючи. Но попадая туда, мы остаемся собственными мыслями, они от нас никуда не деваются, и все проблемы прячутся под ковер, а потом они могут паровой котел взорвать. Господа, у нас на связи господин Покрышкин, актер из Таиланда. Роман, здравствуйте. Вы в Таиланде прячетесь от чего-то? Да нет, почему прячусь? Я чего прятаться-то? У меня все чисто перед законом, перед совестью абсолютно. Я ни от чего не прячусь. Просто мне нравится, когда арбузы круглый год, солнце и море рядом. Иван Иванович говорит, что вы, возможно, в профессии достигли предела и потому решили сбежать из русской реальности. Ну, в профессии достигнуть предела невозможно, в принципе, да, если ты человек разумный, думающий, понимающий. Но дело в том, что в городе Екатеринбурге, допустим, для меня уже на тот момент какого-то места не нашлось, наверное. Я последние 6 лет находился в стадии фриланса, да, так называемый. И почему-то, опять-таки, резко перед моим отъездом, когда я собрался таки уезжать, сразу несколько радиостанций предложили мне работу. Мне это показалось немного странным, я собрал вещи и уехал. Роман, а там в Таиланде вам удается достичь каких-то новых профессиональных высот? Или вы просто душой отдыхаете? Да почему? Я не то чтобы отдыхаю. Я на самом деле пошел как не знаю кто. Я с утра до вечера нахожусь на своей работе. То есть занимаюсь тем делом, которым я занимаюсь, которое приносит мне деньги. И возможность раз в неделю, в субботу и воскресенье выезжать на море и видеть своими глазами, мне этого достаточно. Мне больше не надо пока. Если мне этого будет не хватать, я буду отказываться от части работы и выезжать на море. А у нас снег в Екатеринбурге. Скучаете? Я скучаю. Проблема единственная, на мой взгляд, психологическая для моего возраста, которая может состоять, это отсутствие тех друзей, к которым ты прикипел за какое-то время, да? И сейчас мне отчасти, может быть, не хватает их общения, скажем так. Ну, вот смотрите, в остальном я не скучаю ни почему. А вы сейчас дистанционно работаете, озвучиваете какие-то ролики, фильмы. Я правильно понимаю? Да, я этим занимаюсь последние уже лет 10, наверное, но именно профессионально и только этим я занимаюсь последние 6 лет.
А как же звание русского актера, который только потому не может уехать из России, потому что здесь какие-то невероятные залежи, абсурда, типажей, и покинуть родину – это оторваться от живого источника гоголевщины и достоевщины? Знаете, поскольку я живу в туристической части, да, Таиланда, то гоголевщины и достоевщины хватает здесь каждый день, с каждым приездом русских туристов, которые приезжают, которых предупреждают, не делайте то, не делайте сё, не ведите себя так, не ведите себя сяк, и они все равно ведут себя так, как они считают нужным, и поэтому всего здесь в достатке. Скучать почему-то актерскому. Почему скучать в городе Екатеринбурге актерскому, скажите мне? Роман, ну вы хоть не отрицаете, что вы дауншифтер? Да как я не отрицаю, я... Чего тут отрицать? Я живу в другой стране, являюсь гражданином другой страны. Ну, конечно, это дауншифтер в чистом виде, скорее всего. Я не знаю правильного определения этого слова, да, но деньги зарабатываю в России и привожу их в это государство. Другое государство. То есть я не зарабатываю их здесь. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Роман. До свидания. Спокойной ночи. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что иногда нет выхода уехать из стрессовой ситуации или впасть в невроз. А можно как-то обойтись более легкими формами? И зачем ехать далеко? Может, под Тагил, в огородик? А пожалуйста, потом... интернет нам это предоставил. Вообще никуда не надо ехать. Так. Люди живут сутками там и находят себя. И психологи до сих пор еще спорят, хорошо это или плохо. Например, люди, которые уходят на пенсию, они получают второе дыхание, они там общаются, тусуются, продолжают какие-то свои профессиональные споры, им это интересно, и продлевается их жизнь, исчезают болезни, это интересно. А вот когда молодежь, школьники там пропадают, увы, это уже зависимость. Иван Иванович, поэтому не надо никуда ехать. Вот можно дойти до какого-то предела в работе, да, вот как говорил нам Роман, как говорите вы. А может еще общество довести? Вот фильм известный лет 30, ему «Куда исчез Фоменко», видели? Нет? Инженер пропадает, русский инженер пропадает, никто его найти не может, где, что, как, почему. А потом по ходу сюжета режиссер очень красочно раскрывает тот генетический мусор, среди которого он оказался. Совершенно ужасная жена, коллеги по работе, соседи, тесть, сбежал в горы пасти коров, лошадей. То есть он является таким позитивным героем в этом фильме? Да, да. Ну, видите, режиссеры, вот писатели, они могут так расцветить негатив, что повернуть с точностью, да наоборот. Нет, жизнь более такая у нас реальная, прагматичная. Надо выращивать детей. И мы, заметьте, вот мы в России оказались заложниками уникальнейшего эксперимента. В один мгновенный день проснулись при капитализме. Что делать, никто не знает. Нет национальной идеи. Философы разводят руками, психологи штопают на ходу все. И звонят посреди беседы. Да. Алло. Да, давайте выслушаем, у нас звоночек есть. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 37 лет. Ого. А вы знаете, вот я в последнее время очень много читаю и слышу вот про дауншифтинг. А можно только позавидовать людям, которые могут себе это позволить, которые могут путешествовать, у них новые впечатления, солнце, пляж. Но я так думаю, что нужно средств, чтобы так жить, и причем стабильный доход, чтобы позволять себе, и это могут позволить себе люди только, ну, достаточно богатые, и не просто богатые, а очень богатые. Ирина, а вы чем занимаетесь, где работаете? Я работаю в банке, у меня семья, мы идем в 14 лет, и у меня вопрос, вот знаете, какой, ведь уезжают не просто на море, куда-то в экзотические страны, уезжают в деревню, уезжают с семьями. И вы завидуете? Ой, нет, вот, когда уезжают в деревню, нет. А вы из деревни, Ирина? Нет, нет, у нас город достаточно большой, и мне, знаете, что хочется спросить? Когда увозят детей вот в эту деревню, как соблюдаются интересы ребенка? Ведь не в каждой деревне есть школа, даже садик. Чем дети занимаются вот там, когда их увозят родители? Сергей, как договориться с детьми? Спасибо, Ирина, за вопрос. Спасибо, Ирина. Не знаю.
Честно скажу, не знаю, не пробовал. О чем с ними нужно договориться? А если бы у вас были мало-мало меньше, вы бы решились уехать? Не, ну, знаете, я в детстве вот, всегда, вообще большинство детей, насколько я знаю, в детстве играют в индейцев, играют в капитанов дальних плаваний, играют в путешественников, а потом почему-то работают в офисах. Ну, каких-то и других скучных местах. Вместо того, чтобы ехать в экзотические места и там реализовывать свои детские фантазии. Вот. Поэтому с ребенком очень, очень много людей, которые вот, на юге Индии вот, уезжают туда на зиму с детьми. 3, 4, 6, 7 лет начального школьного возраста. Ну так, до класса до 4-го, так, как мне объяснила одна учительница, которая там своего внука обучала. Говорит, до 4-го, до, ну, начальную школу, говорит, можно, говорит, там читать, писать, сам научишь. Потом просто по возвращению в Россию просто в школе договариваешься и его дальше на обучение туда сдаешь. Иван Иванович, а скажите, пожалуйста, как психолог, до 4 класса ребенку 10 лет, это же самое формирование личности. И вот оно происходит не на родине, не среди таких же сверстников, как он сам. Насколько это, будет? Насколько это, да, полезно или вредно? Социализация, ой, первичная может, но пройти? Я бы не так сказал, не так бы поставил вопрос. Самая, наверное, единственная профессия, которую нас никто не обучает, это воспитание. Воспитатель. Каждый изощряется, как у него это получится. И ребенка после 5 лет, это японцы уже четко доказали, воспитывать бесполезно. Он уже воспитан. А еще точнее, дети. Почему конфликт между детьми и родителями часто бывает? Дети, как бы мы того ни хотели, вырастают несколько иными, чем мы по содержанию. И отсюда, значит, находить контакт с ними всегда сложно. А в 10-летнем возрасте это уже такая личность, что на равных надо с ним общаться. И если кто-то говорит, что я его привезу туда, в Индию, и буду воспитывать в духе таком, как я, и он вырастет точно таким же, вероятность очень маленькая, что так будет. Ребенок вырастет другим. И пошли проблемы, которые надо решать. И тут не поможет никакая уже вот такая одухотворенная философия, идеология. Жизнь, каждый день скандалы. И к нам вот с этими скандалами приходят и говорят, что делать? А если к взрослым, заговариваюсь, а если вернуться к взрослым, полезно уезжать вообще? Ну, то есть, кроме творческим того, что людям полезно. Избегаешь для невроза. Них, у них часто бывает апатия на уровне депрессии, им нужно отдохнуться, собраться с мыслями. Ненадолго или можно навсегда? Ну, кто как, кстати, кто как. Ну, то есть, какой пример положительный? Гюнтер, который уехал навсегда, это, ну, это гармоничная личность? Вот говорить гармоничное, негармоничное, вы знаете, о человеке можно написать красиво, особенно когда время проходит, плохое уходит куда-то, остается хорошее, а на самом деле в реальности бывает все с точностью да наоборот. Это известно хорошо только психологам, потому что нам говорят не так, как хотелось бы, а журналистам говорят, как хотелось. Ну вот скажите, как вам кажется, Сергей счастлив? Сергей счастлив, я даже не сомневаюсь. Я его хорошо помню, знаю маму. Он гармоничен со своим внутриличностным ядром. А если я решу... Он творческий человек. У нас есть скайп. Я обязательно спрошу у вас личный вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Как у вас дела? Ой, у нас отлично. У вас, судя по всему, лучше, чем у нас. Почему вы так думаете? Умиротворенное выражение лица, радостное очень. У нас на связи Евгений Гуцал. Евгений, расскажите, зачем вы уехали и не хотите ли вернуться? Наверное, вы меня с кем-то перепутали, потому что я как раз пожертвовал, в общем-то, бесконечным отдыхом, и я не стал дауншифтером. Вы вернулись? Да, в общем-то, как-то я понял, что... Ну, в общем, у меня было два варианта, как остаться где-нибудь в жарких странах. Первый – это был вариант в Индии, когда мы просто поехали туда с друзьями. А второй вариант, когда один из моих приятелей очень хотел открыть свой бар в Камбодже и, собственно, приглашал меня выступить партнером. Ну, то есть бар под ключ в Камбодже. Почему не уехали в Юго-Восточную Азию? Ну, во-первых, мне показалось, что бар в Камбодже – это очень круто, и я могу спиться.
А во-вторых, собственно, мне кажется, что я бы заскучал через 3 месяца, ну и девушка моя была против. Так заскучали бы, вернулись, хотя бы попробовать, может быть, стоило, не жалеете? Ну, я думаю, что у меня еще, возможно, все впереди. Ну, знаете, бары в Камбодже под ключ не предлагают каждый год? Теоретически, да, но мне кажется, что если уж совсем я устану от жизни такой, то я думаю, что я найду чем заняться. То есть вы считаете, что изначально уезжают те люди, которые просто устали от жизни? Не которые ищут новых впечатлений, а устали от жизни? Ну, теоретически, по крайней мере. В мире так считается, все классические дауншифтеры заявляют именно так. Но вообще, когда выходил журнал Newsweek и была очень модно популярна эта тема с дауншифтингом, однажды он вышел на обложке с материалом, что на самом деле дауншифтинга никакого нет, а просто есть слабаки в больших городах. Вот. Понятно. Тоже ответ на ваш вопрос. Вы работаете на музыкальном канале среди звезд, освещаете в том числе светскую жизнь. А звезды-то уже отошли от этой моды или еще балуются? Ну, они, понимаете, половина звезд – особняки в Майами, в Испании и так далее. Я думаю, что они все прекрасно могут все это совмещать в необходимый момент. После новогодних корпоративов и праздников до середины февраля, до Дня Святого Валентина, в Москве вообще никого нет, дауншифтят, наверное. Спасибо, Евгений. Всего доброго. Спасибо большое. Вот он пример человека, который не поддался искушению и не поехал в теплые страны. Моя мама очень любит этот стишок про то, что в офисе устал тянуть тугую лямку, брошу все, уеду к матери в Добрянку. Это мой родной город, она там сейчас живет вместе с отцом, они живут. А сколько времени я могу тянуть лямку, и вот если я решу вернуться домой или рвануть в Индию, какой период я могу провести на отдыхе, чтобы потом опять продуктивно работать ведущим? Смотрите, как вы все перевернули. Да, тянуть лямку, это что, плохо, что ли, в офисе работать? Это наказание какое-то? Для меня нет. Это же нормальное состояние. Ситуацию. Работать, приходить в офис, хорошо. Работать менеджером, бумажки перекладывать. А вот человек, который к этому хорошо, способен... Хорошо, если я устану, сколько я могу отдохнуть, чтобы не потерять форму? Если я устану, я бы не так сказал. Вам надо все, менять 10, сферу 12. Деятельности в принципе. Вы не туда попали. Когда обратно? Если устаю. Да. 18, вот Сережа говорит, надо уезжать и реализовывать детские мечты. Почему, говорит, люди этого не делают? Вот он, видимо, западный человек, забыл нашу реальность. А где деньги взять? Чтобы уехать просто и жить там, нужны деньги, их надо заработать. Да масса вариантов на самом деле. Просто если ходить в офис, ни о чем не думать, только о зарплате, это одно. А если сесть так спокойно, посмотреть по сторонам, масса возможностей, как заработать деньги. В России, я вас умоляю, страна неограниченных возможностей. Ну вот Роман Покрышкин умудряется зарабатывать, не выезжая из Таиланда. Вот, зарабатывает в России. Конечно. Это все сейчас в эпоху интернета, я вас умоляю. Ну, все с компьютером уселся на берегу и сидишь, лобаешь там карточки товаров набираешь, или что там люди делают, сайты оформляют. Сергей, вы зарабатываете в России или там в Индии? Ну, формально в Индии я не имею права работать, у меня не рабочая виза. Вот. Поэтому я зарабатываю в России, конечно же. Все слышали, я зарабатываю в России. Все да. слышали, и уводят наши русские деньги, полгода. В Индию увозят. Друзья, у нас есть опрос, что думают жители города Екатеринбурга о дауншифтинге. Прошу, выводите, пожалуйста, на экран. И мы после опроса встретим новых гостей. Спасибо, что были здесь. И вы мне не ответили, сколько я могу отпуск себе устроить, чтобы не выпасть из ритма жизни. Просто дату скажите. В смысле, не дату, время. Квартал один месяц. Квартал. О, отлично. Четверть года. Смотрим опрос. Иногда очень хочется бросить свою работу и уехать в лес заниматься сбором грибов. Это явление и называется дауншифтингом. В Советском Союзе единственным дауншифтером, которого знали наши граждане, был римский император Диоклетиан, который бросил свой высокопоставленный пост и уехал выращивать капусту. Готовы ли наши современники покинуть свои уютные офисы и отправиться по миру в поисках приключений? Я бы вряд ли бросила карьеру. Мне кажется, я не смогла бы. Поэтому... Не знаю, мне даже сложно представить. Куда-нибудь, я не знаю, ездить, куда-нибудь путешествовать, фотографировать, может быть, что-то такое.
Ну, разные варианты. Конечно, с нашего Урала хочется куда-то в теплые страны. Ну, хотя, возможно, что и... Может быть, и в нашу куда-нибудь деревню поехала бы. Бывают такие мысли? Уехать от всего, построить хижину в лесу и жить? Мог бы уехать. Ну, не знаю, наверное, бы что-нибудь, может быть. Из дерева, наверное, скорее всего, бы что-то, изделия какие-то делал. У меня есть знакомые, которые ездят за границу, уезжают, здесь дают квартиру, присылают просто деньги, они путешествуют по стране, точно так же занимаются хобби, там, вязанием, продают это. Молодой человек жил в Москве, работал на какой-то приличной работе, типа там логистика и все прочее. Потом бросил все и автостопом уехал в Индию. Сейчас живет где-то в Таиланде. Если куда-нибудь уехать и работать прям день в конюшне. Неважно куда и неважно где, хоть в горы, хоть куда, хоть на юг, хоть на север. Мечта такая. Друзья, у нас в гостях новые эксперты, новые гости. Лариса Богданова, президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала, и Иван Еремин, руководитель информационного агентства «Уралполит» и, фигурально выражаясь, посол уральских СМИ в Таиланде. Вот как долго. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый Лена. Вечер. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Лена, первый вопрос к вам. Пожалуйста, с точки зрения человека, который работает с кадрами постоянно, насколько востребованы дауншифтеры? Да и не выговоришь их. Бывшие дауншифтеры. А бывают вообще они бывшими? Вы знаете, я вам скажу одно, что дауншифтеры совершенно не востребованы в рекрутинговых агентствах, которые подбирают персонал для известных компаний, для компаний, которые приносят прибыль, компаний, которые развиваются, потому что все работодатели хотят видеть прежде всего работников трудолюбивых, которые не сбиваются с пути истинного, у которых высокая степень мотивации, которые знают, чего хотят от жизни, что хотят зарабатывать деньги, получать новые должности, более высокие. И поэтому дауншифтеров, ну, к сожалению, мы не любим, но не то чтобы не любим, мы просто не понимаем их и стараемся с такими людьми как можно меньше работать, потому что они не смогут участвовать в конкурсах, которые проводим мы для наших работодателей. Так, может, они там постигли как раз истину, глубоко замотивировались и сейчас готовы к долгому продолжительному труду? Ну вот смотрите, приведу вам пример. Вот недавно у нас был главный бухгалтер. Совершенно обаятельная женщина, которая имеет экономическое образование, которая сейчас уже 42 года. То есть она достигла определенных карьерных результатов. В 35 она стала главным бухгалтером, причем известной крупной компании. В 35 у нее произошли изменения в личной жизни, и она уехала жить в Таиланд. Она прожила там реально вот сколько, 6,5 лет, и поняла, что хочет вернуться к профессии. Там она не занималась своей профессиональной деятельностью, то есть она работала домохозяйкой, потому что это тоже работа. С семьей она уехала? Она уехала замуж туда, родила там детей. И получилось так, что через 6,5 лет, видимо, они как-то стали расставаться с мужчиной. Да, и она поняла, что, боже мой, бухгалтерия – это вот было самым интересным делом в моей жизни. Я хочу обратно, я хочу работать главным бухгалтером и хочу работать в Екатеринбурге. Иван, Лариса, а вы на две страны сейчас живете, на Таиланд и на Россию, Урал. У вас и там есть бизнес, и здесь часто проводите время. На самом деле больше, поскольку агентство у нас развивающееся, мы сейчас думаем уже в сторону Европы. Но по факту длительное время, уже несколько лет, порядка 6, я достаточно часто бывал в странах Юго-Восточной Азии, и в определенный момент возникла идея создать международное агентство Federal Press там, в странах Азии, конкретно в Таиланде. И, в общем-то, мы уже реализовали этот проект. Вот так это, может, такое желание уехать, которое вы в себе побороли, решили, переведу его в форму экспансии? Это был интересный проект, посмотреть, каким образом можно реализовать медиапроекты в приятной, в комфортной среде. Нужно отметить, что Таиланд – это особое место также, потому что у меня родилась там дочка. Это был, скажем так, совместный наш семейный проект, когда мы решили в экологически чистом месте, в благоприятной атмосфере –
провести роды, и, соответственно, где-то около года я действительно прожил в Таиланде. А за квалификацию врачей не беспокоились? Нет, вы знаете, там уровень медицины, он, ну, я не скажу, что выше, чем здесь, но, по крайней мере, с точки зрения сервиса и цен, безусловно, он, ну, где-то, может, не на порядок, но серьезнее. А дауншифтеров, фрилансеров брали на работу там? Ну, приехали, вот есть русские, готовенькие. А, вообще, я бы сначала прояснил, что такое дауншифтеры. Есть представление о том, что все уезжающие в Азию люди на долгое проживание являются дауншифтерами, что я считаю не совсем верным, поскольку тот опыт работы и, скажем так, деятельность наших ребят, которые изучали экспатов, русских экспатов в Азии, подсказывает мне, что группы уезжающих людей в Азию, они достаточно неоднородные, разнообразные. То есть причины отъезда в этих страны, они достаточно тоже отличаются у каждого. Большой процент людей, которые, честно скажем, имеют проблемы с законом или с кредиторами, или с кем-то еще, и поэтому выбирают страны такие, как там, Таиланд, ну, честно говоря, можно привести примеры Лондона и Америку, для того, чтобы уйти от проблем, которые у них есть в данной стране. Ну, ключевой уход от проблем. Да. Также большое количество людей, которые, я так понимаю, не будучи в состоянии обеспечить себе здесь достойную жизнь, покупаются на маленький ценник в странах Юго-Восточной Азии и отправляются туда строить свою жизнь, ну, бизнес я бы не сказал, ну, скажем так, более комфортный образ жизни. Я считаю, что это заблуждение, поскольку рано или поздно встает вопрос, каким образом зарабатывать себе на жизнь даже те небольшие суммы, которые необходимо тратить в этих странах. И чаще всего это как раз вот к вопросу о карьерных перспективах. Работу найти в этих странах еще намного сложнее, чем в России. А вы-то по какой причине уехали? Каков ваш график проживания там и здесь? Я не скажу, что я уехал туда надолго. Это был проект реализации медиа-структур, в частности, выпуска журнала, информационного агентства. И мы запускали портал, так называемый «Энциклопедию русской жизни» про экспатов, то есть русскоязычных граждан, проживающих в этих странах. Это был интересный опыт, и на сегодняшний день достаточно много полезных знаний я почерпнул в реализации проекта за рубежом, который применяю сейчас и в России. Ну, неужели не задумывались о том, что вот, я теперь все знаю, ближе к старости куплю домик, буду жить в Таиланде? Ну, мысли такие, конечно, были, но я могу, опять же, опираясь на свой опыт, сказать о том, что в определенный момент ты понимаешь, что, несмотря на то, что есть рядом море, пальмы и прекрасный климат, становится скучно. И есть такое понятие, как тропический синдром, который, слава богу, меня и моих близких никак не коснулся, но большое количество людей, уезжающих в страны Азии, были подвержены этому тропическому сезону. Ну, по факту, то есть человек, оказываясь в ситуации, где минимум проблем, очень расслабляется, значит, бывает, иногда подсаживается и на стакан, как говорят, и поэтому на таких людей действительно очень трудно полагаться и в бизнесе, и в каких-то серьезных отношениях. Лариса, а как отличить вот дауншифтера от простого бездельника? Если я просто не могу найти работу себе по сердцу здесь полгода, или если я принципиально не хочу работать, потому что, ну, вот решил отпуск себе взять. Какая разница для работодателя? Ой, для работодателя огромная разница, и потом любой специалист сразу скажет, бездельник вы, или вы действительно человек, который временно отвлекся от какого-то дела. Но вот даже, знаете, при проведении собеседования мы очень часто встречаем людей, которые приходят к нам и говорят, вот я работал директором, вот компанию мою продали другим собственником, и я ушел в связи со сменой собственников и решил сделать ремонт дома. Мой ремонт затянулся, я целый год занимался ремонтом, а теперь вот я решил поискать работу. И это на самом деле тоже не есть хорошо, потому что человек, который хочет работать, он обычно такие перерывы себе не устраивает. Mm-hmm. И вот эти вот отпуска, которые у нас по законодательству есть, они дают прекрасную возможность человеку отдохнуть, расслабиться. Но
российская наша действительность такова, что люди в отпуск стараются не отдыхать, а почему-то делать ремонт, переделать все там, домашние там, дела. Мебель покупать, угу. Да, там, подготовить ребенка к школе. И получается, что отдых, он не отдых, а опять же очередная какая-то жизнь, насыщенная делами. И люди не отсыпаются, не высыпаются, и поэтому всегда психологи рекомендуют, да и мы рекомендуем в отпуск уезжать куда-то подальше, там, в деревню, из страны. Это тот же самый дауншифтинг, только коротенький. То же самое о женщинах. У женщин всегда больше возможностей. Давайте к этому вернемся, потому что звонок, а зритель, он как-то у нас главный. Алло. Алло. Здравствуйте. Нам не видно, это Мустафа, я хочу рассказать о нем. Мустафа, вы меня слышите? Здравствуйте. Мустафа Ибрагим, здравствуйте. Да, я слышу вас. Мы сейчас, наверное, вас еще и увидим. Расскажите, пожалуйста, как долго вы проработали в Москве и почему решили оттуда уехать? В Москве я проработал перед отъездом последние 10 лет. Я психолог по образованию, был бизнес-тренером, потом делал карьеру в крупной американской компании. Бизнес-консалтинг. И в итоге, что вас подвигло уехать? Уехал 5 лет. Да в итоге как-то, вот вы знаете, в итоге я задумался о том, о чем, в принципе, вот ни разу не прозвучало в этом разговоре о дауншифтинге, а именно тема ценностей. Понимаете, да, вот вы имеете в виду ценность достижений или вот буквально денег? Ценностей человеческих. Ценность человеческих ценностей. Понимаете, если на месте основной жизненной ценности стоит за деньги, их количество, да, то тогда это прагматичная жизнь, тогда это делание карьеры, стремление вверх по карьерной лестнице и так далее. Да? Но если для человека вдруг ценностью становится самореализация, воспитание детей, близость к природе. Близость к природе, возможно, да, то тогда приходится выбирать, где жить, как жить. Не обязательно жить на берегу моря, не обязательно уезжать на Гоа. Я бы очень поспорил с вашим предыдущим гостем Иваном Ивановичем, психологом, я как коллега его. Он описывал эскапистов, тех, которые убегают от проблем. Вот. Но те, которые приходят к себе для реализации своих жизненных ценностей, избирают другой образ жизни, я думаю, немножко другой. Ну, у вас же на лбу не написано, поэтому всех приходится в слабаки, да, записывать. Мустафа, особенно приятно, что вы здесь, рядом с нами, где-то под Уфой, правильно? Нет, я за Магнитогорском, я живу рядом с Аркаимом. Это заповедник наш знаменитый. Я здесь принимаю гостей, у меня мини-гостиница. Вот я пишу книгу в зимние месяцы, летом принимаю туристов, работаю шеф-поваром в своем мини-ресторане, развожу скотину. Мустафа, а как насчет родственников, родных, близких людей? А что с ними? А что с ними? Они не были против переезда из Москвы в глушь уральскую? Вы знаете, у меня родные раскиданы по всей России, и когда я работал в Москве, они меня мало видели. Собственно, сюда они приезжают ко мне в гости, они радуются за меня. Мустафа, спасибо большое, что вы вышли к нам на связь. Отвлеклись от скотины. Да, и что вы исправили нас с Владом о том, что мы не поговорили о жизненных ценностях, о тех самых важных человеческих ценностях. Спасибо большое. Друзья, жалко, что мы не увидели Мустафу. Это самый настоящий Робинзон с длинными волосами, с бородой. Спасибо, Мустафа. Да, спасибо вы большое. Вы верите вот в эту сказку? Я нашел там какие-то ценности. Нужно понимать, что важнее природа или деньги, карьера. Чего это за отговорки? Почему отговорки? Извините, что вмешалась. Ну, нет, мне кажется, что у каждого человека свои какие-то планы, и потом мы же все разные. Соответственно, вот дауншифтингу более подвержены люди творческих профессий. То есть бухгалтер, он на самом деле редко делает такой шаг. И вот главный бухгалтер, о котором я рассказывала вначале, это редкость. В основном это люди дизайнеры или люди бизнес-тренеры, те, которые и так много путешествуют, ездят по городам, и, в общем-то, раздвижение границ для них это естественное дело. А, в общем-то, дауншифтинг, он может
может быть, ведь и у женщин, вот я начала говорить о том, что многие уходят в декретный отпуск и воспитывают детей. И для женщины это тот же самый дауншифтинг, потому что когда женщины выходят из отпуска по уходу за ребенком, работодатели, они же не очень охотно берут их обратно, и им приходится скрывать, что они были в отпуске по уходу, вуалируют, говорят, у нас бабушка, няня и так далее. Лариса, честно, положа руку на сердце, неужели не хотелось на год к морю? Ну, конечно. Честно. Нет, что если держит? Честно, если честно, конечно, это вот всегда желание есть. Да, кажется, что где-то так хорошо, где нас нет. Но когда я уезжаю в отпуск на 2 недели на Родос, мне хватает этого времени, я уже жду, когда я вернусь обратно к любимой работе, к любимым друзьям, к родителям, потому что мне хочется быть здесь, рядом со своей семьей. И... То есть держат люди? Люди, да, держат люди. Держат не столько город, сколько люди, которые окружают. Я понимаю, что если я уеду далеко, то я не смогу их видеть даже там, раз в полгода, раз в в месяц. Я Ивана Ивановича спрошу и вас, сколько нужно времени провести, чтобы и отдохнуть всласть, и не выпасть из ритма? Вот предельный срок какой? Он сказал 1/4 года, квартал. Ну, я соглашусь, 5 месяцев. 5 месяцев, мне кажется, идеально для того, чтобы человек и в резюме мог показать, что он действительно не отстал от жизни и навыков не потерял. И очень хорошо отдохнуть, расслабиться. Чтобы уже рваться в бой. И совершенно по-другому, да, смотреть на свою жизнь. Согласна. Друзья, у нас скайп. Выходите, пожалуйста, на связь. Лена, что нового вы узнали? Лена, чемпион в интернет-серфинге. Что ты там, какую волну поймала? Я хотела вам рассказать о дауншифтере с Урала. Ему сейчас 54 года, и он уже 10 лет живет в пещере в лесу под Челябинском. Обзавелся он там хозяйством, построил колодец, лесопилку. Женщину нашел, но она, к сожалению, сбежала от него, поняв, что этот образ жизни не для нее. Да грибница была. Возможно. В свободное время на гармошке играет, книжки читает и уезжать оттуда не собирается. Очень доволен своей жизнью нынешней. Спасибо, Лена. Отлично, Индии единой. Иван, у меня к вам вопрос. Чисто женский. Вот вы очень ухоженный мужчина. Да, неужели никогда не хотелось забыть про галстук, маникюр, про стрижку, укладку, хорошие дорогие туфли? Безусловно, и я достаточно часто так и делаю, выезжая в ту же самую Европу или в Азию на, возможно, там месяц, да, пребывания. Мой образ жизни практически постоянного нахождения в самолетах и разъезжания по регионам не создает условий для того, чтобы я скучал очень по смене и климату, и смене обстановки. Поэтому, вот, отвечая на там, ваш вопрос о том, сколько времени нужно для того, чтобы, скажем так, ощутить, скажем так, решить все свои вопросы внутренние, как для дауншифтера, я считаю, что здесь во многом зависит от того, какой образ жизни ты ведешь здесь, в России. Поскольку, находясь, опять же, в постоянных командировках, я очень скучаю по дому, по родному Екатеринбургу, да, и, в общем-то, хотел многим людям, которые еще не приняли решение, но очень хотят заняться дауншифтингом, все-таки обратить внимание на свою страну и на регионы, которые нашей страны огромные. Я недавно вернулся из Владивостока, я просто влюбился в этот регион, в этот город. После подготовки к саммиту и саммита, это, ну, практически, на мой взгляд, как вторая Франция. И на самом деле таких уголков у нас на родине есть большое количество. И, может быть, не стоит делать каких-то глубоких бросков и заплывов в дальние страны, а проще сделать приятно себе и своей семье. И, может, не на 2 недели, но на месяц устроить отпуск в Курган, Владивосток, в Калининград. Это доступно и, в общем-то, доставит те же самые удовольствия. Иван, последний к вам вопрос. Будучи в Таиланде, вы повысили свой профессиональный уровень? Сложный вопрос. У меня был достаточно полезный опыт в работе и с людьми в тяжелых, суровых условиях Таиланда, и опыт реализации медиапроектов в далеких от советских, российских реалиях условиях. Поэтому в данном случае, наверное, да.
Очень рада, что вам пошло это на пользу. Пример всем нашим зрителям. Что, Влад, наверное, пора прощаться? Время на исходе. Пора прощаться, да. Но мы пришли к выводу, что нужно больше путешествовать и, главное, работу выбрать, которую любишь. А если уж хотите обязательно скрыться от реальности не больше, чем на 5 месяцев. 5 месяцев достаточно для того, чтобы и отдохнуть, и чтобы тебя в кадровых агентствах не погнали. А давайте на прощание посмотрим клип. Мы его собрали из быта русских на Гоа, точнее в Гоа, это же штат. И там будет такой смешной дедушка, он уже 10 лет там живет и зарабатывает тем, что тусуется на трансовых вечерухах. Картина индийского рая и страшная, и увлекательная одновременно. Мы хотели пожелать вам, скользя вниз, все-таки подниматься наверх, отдыхать почаще. И давайте прощаться. Всего доброго. Спасибо, друзья, что были с нами. Всего вам хорошего, хорошего вечера. До свидания. Пока.